Через три дня после признания Убера Куисена, подозреваемого в убийстве семьи Траадеков из пригорода французского Нанта Орво, полиция обнаружила первые останки жертв расправы на ферме предполагаемого убийцы в департаменте Финистер. В ходе интенсивных поисков были найдены части человеческого тела и ювелирные изделия, принадлежавшие членам семьи. Сообщается, что подозреваемый сотрудничает со следствием. Поиски будут продолжены в четверг.